Я много лет наблюдая за Эрдоганом, полностью согласен с фразой Путина на тему того, что нужно не обращать внимания на то, что говорит Эрдоган, а следить за тем, что делает Эрдоган. Ну, 100% Путин прав. Он, правда, Эрдогана знает сильно лучше меня, причем лично, но с моей точки зрения он прав. Все это может кончиться тем, что Армения останется на карте или не останется. Вот это главное. А останется она на карте или не останется, в огромной мере зависит от тех людей, которые ее возглавляют. И от тех людей, кто голосует за них, в результате чего они ее возглавляют. Пока что здесь в Армении не очень много шансов. Я что могу сделать? Принцип «связался черт с младенцем», он работает в политике. Нынешний руководитель Армении не Мовсес Ренация, не Давид Сасунский и не Сраб Маштоц. А что он собой представляет и к чему он Армению приведет, ну, наверное, должны понимать те, кто его избирает.